Современный и удобный. Жители села Сосновка Корсунского района с нетерпением ждут открытия нового детского сада. В учреждении смогут принять 55 воспитанников. В небольшом здании будет все для удобства малышей. Просторные группы, актовый зал, площадки для дневных прогулок. Строители уже подготовили территорию под будущий сад, разработали котлован под фундамент, возводят стены подвала. Но на этот год у нас порядка 10,5 миллионов. Уже по факту 7 освоено. Поэтому проблем никаких нет. Более того, ребят все заканчивают перекрывать, когда через 2 недели. Они останавливаются и пойдут работать дальше. Мама четверых детей Татьяна работает воспитателем. Пока приходится работать в стесненных условиях. У нас 2 детских сада, но они маленькие, приспособленные, уже не соответствуют, конечно, современным требованиям и в плачевном состоянии, так скажем. Поэтому велика потребность в этом новом детском саду. Мы давно добивались его, ездили на встречи губернатора. Детский сад станет структурным подразделением Сосновской средней школы. Дошкольное учреждение обещают сдать к 31 октября 2021 года. Строительство ведется в рамках национального проекта образования. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.